Ну что ж, уважаемые друзья, игра с участием действующего чемпиона Национальной студенческой футбольной лиги. Вот как раз они на наших экранах в белой форме. КФУ «Симферополь», Крымский федеральный университет. Через несколько минут начнет свою игру против очень непростого соперника, очень колючего, кусачего соперника. Северокавказского горно-металлургического института из Владикавказа, СК ГМИ. Нет! Вот так вот делает Левер Нуретдинов. Неплохо. И выход практически 1 на 1 и 1-0. Браво! Браво, Танделов! Ну, конечно, все сделал и Данге Суме, надо признать. Молодец, отборолся в центре поля и прекрасный пас в разрез. Грубая ошибка. Если сейчас будет гол... Нет, все-таки нет. Ух, как тонко. И выход 1 на 1 Юдина и 1-1. Выход 1 на 1 Юдина и счет становится 1-1. Сычевой прекрасно за спину туда и в одно касание. Да, тут без шансов. Закончен первый тайм. Очень неоднозначный, но яркий. Красивые у нас голы, прекрасные моменты. Но будем надеяться, что во втором тайме будет еще лучше. Самое главное, чтобы было меньше эмоций. Так, и вот все-таки еще один удар. Подача. Хорошая подача на дальнюю штангу и 2-1. И 2-1 Юрий Максимов подкараулил. Подкараулил этот момент. Взывают к боковому арбитру футболисты Владикавказа, говоря о том, что там было положение вне игры. Нуретдинов против Гурциева. Удар по воротам точно. 3-1. Не разобрались защитники с вратарем. И вот здесь может быть момент. Хорошо здесь сыграли. Хорошая комбинация получилась. И... Да, удален Давидчук. Это красная карточка. Да, второе предупреждение и красная карточка. У него было уже предупреждение в первом тайме. Музыка. Щербак. Гурциев, браво. Так что, а вот здесь еще перехват Щербака, еще одна комбинация. Выходит Ситников 1-1 и забивает четвертый мяч. Очень изящно, аккуратно и в меньшинстве, я подчеркиваю, уже в добавленное время. Еще один выход на Нуретдинов. Штанга, фантастика. 4-1 побеждает Крымский федеральный университет, Северокавказский горно-металлургический институт. Да, хороший матч мы с вами посмотрели, действительно прекрасный. Ну а КФУ, пока, так сказать, дал нам всем мастер-класс.